Буэнос-диэс, братва. Ядерный разрывный взряд выше экрана, а это значит, что у нас экс-махина. Поэтому усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и делайте громче. Едем. Поскольку мы не знаем, что ввести в Мидгард, едем мы пустыми. По дороге что-нибудь насобираем. Да, ведришка явно нужно пободрее. В очко себе бибик не мразь. А там кто-то за окном. Бибип-бибип, мазафака. Да и хуй бы с ним так-то. Так. Здесь направо. Что-то даже слишком тихо. А, фара у меня один хуй не работает. Кто дорогу спиздил, я что-то не понял. Можно, в принципе, через лес срезать, но скучновато. Хотя по хуям. Блять, охота побесоюбить на самом деле. А бесоюбить-то не на ком. Вражин маловато. Ведро еще еле едет, бля. О, заправка. Гору мне все равно обходить. По-моему, там заход как-то сбоку. Естественно, мы сейчас поднимаемся к заправке. О, бесоебля сама пожаловала. Ах ты, сука. Так, лупомет, сука. Тараном нахуй. Блять, это было красиво. Не, что-то я не в ту сторону поехал, походу. И вот такая хуйня постоянно. Блять, что-то я не туда еду. Блять. Что-то я не туда еду. Блять. Надо разворачиваться. Блять. Какого хуя? О! Не пожалел таки денег, починился полностью. Ну так, чутка взбесоебились. Ебать, конечно, жарище в студии. Кондиционер бы мне не повредил. Потому что когда на работе сидишь, кайфуешь под кондеем. Ну как? Сидишь, бегаешь, но все равно тебе под кайфом. Потому что, блядь, когда на улице плюс 30, а в помещении 22, это уже очень даже заебца. Ну да ладно. Счет 2-0, пиздуем дальше. Далее.
Так, а далее, в принципе, нихуя интересного. Потому что, ну, ёбаный в рот. Не побесоёбить ничего, ни единой машины. Ночь на дворе. Типа, хуль ты не спишь, придурок? Какой-то домик. Чё, бочки не взрываются, что ли? Хуйцово. Мидгард вот там за горой. Пиздеть. Какими-то, блядь, тайными тропами, окольными путями, я хуй знаю. Хотя, может, именно из-за этого мне не удается нормально взбесоебить как следует. Прям, чтобы аж яйца раскалывались. Забойно. Правая дверь заварена, а порог только один. Но, с другой стороны, да, когда у тебя тачка, по сути, бронированная. Я еще помню, в каком-то из городов был крайне ебанутый въезд. Ух. Так, эти как продают дрова. Во, блядь. Вот это пуки. ПКТ с азотным охлаждением. Взять, не взять. Максим, лазерная установка. 67 тысяч. Ёб твою в ухо. Чё здесь по транспорту есть пиздатого? Молоковоз за 6500. Так, ну чё, поохотимся. О, денег дали. Так. Хуяся. Сопровождение. Поехали, хули там. Так, я сделаю F2. Заодно еще один город. Ебать, он наваливает, а? Просто нахуй арабский дрифт. Ох, чувствую, дадут мне эти ученые просраться. Он идет быстрее меня. Только я, блядь, газ ни разу не отпустил. А он постоянно подтормаживает. Так, я так понимаю, мы пилим к порту. Давайте-ка перезаряжусь.
Хм. Объезд. Так, что тут по сезону охоты? Нет никто. Блять, почему на конвой никто не нападает? Я денег хочу, Пидорасы, вы где? Я хочу бесоебить, я хочу угорать. У, сука. Эдак у меня сейчас весь срок охоты закончится. Ну тут полнейшая тишина, ебать копать. Скукота да и только. О, текстуры гличуют. Трава летает. Блин, кто кого карусели-то, блядь? Бэм! Ты там где застрял? А, не, ты дальше чуть уехал. Блять, как не вовремя он напал. Ну мог ты приехать пары секунд раньше, бледина ты ебаная. Но нет. Увы, ах, птица обламинго. Хотя транспортник чуть-чуть потрепали. Кажись, доехали. Ну, почти. Водичка. Да еду я, еду. Не подставляй мне жопу, педрила. Продолжаем втапливать. Ебать, конечно, городок приличных размеров. Доты прям такие серьезные. А, типа, мне надо назад ехать. Так, что тут по транспорту? Опять-таки молоковоз за 6500. Так, эти продают дрова. Дробовик. О, турба. Так. Эти продают дрова по 58. Мидгард их тоже не купит. Я только на середине пути останавливаться в Римском. А, наверное, так и сделаю, в пиздищу.
Заодно сейчас съезжу на побочку. Ништяк. Опять шершень, да сколько ж можно. Да сколько ж ты можешь сигналить, блюдота? Этого я сам захуярил, спасибо. Посмотрим, что там за нечисть им мешает проводить раскопки. Мне все равно в порту возвращаться. Да сколько ж ты, блядь, можешь-то, а? Мне тебе высунуть голову в окно и сказать, куда бибикнуть. Как ты нас доебал, а? Дрова, ну хуляву. Так, дрова, ну хуляву. Можно будет еще подкупиться в порту. И дальше по дороге просто тормознуть в Римском. Дайте-ка сразу, ну туда. Бахну меточку, чтоб не проебаться. Сейчас тогда чинимся и пиздуем обратно. Люблю так, когда походя можно сотворить какую-нибудь поеботу. Спина, правда, почесывается, ну ладно. Перчим. Перчим. Пытаемся, вернее, потому что эта хуйня будет быстрее 80 ехать не очень хочет. О, 94. Да это, сука, достижение. Ремонт, заправка, как обычно. Сука, сам себя тупизнем чувствую. Поехали, хули. Да еду я, еду, не сцы. Путь туда мне показался слишком уж легкой прогулкой на самом-то деле. Эх, графоний.
Вот эта вся дерготня уже начинает вгонять в зевоту на самом-то деле. Игруля, конечно, хороша, спору нет. Другой вопрос в том, что бывают вот такие вот намеренно затянутые миссии, но с другой стороны, как бы, да и хуй класть, игра-то, очень даже. Ну, скажем, для 2006-2007 годов эта графика была вот воистину. Текстурки, конечно, можно повыше разрешения. Но кого ебло чужое горе? Если оно и так достаточно бодро играется. Пока я тут разглядывал тачку во всех подробностях, я думал, что, блядь, какой-то пиздец начинается, но нет. Вроде бы пронесло. Подождешь немного, я заеду в поселок. Только как мне туда подъехать? Ой. А, через холм хуйнуть, точно. Как-то я сразу не додумался. О, а еще они продают металлолом по 81 штуке. Че в Мидгарде по ценам? Они готовы скупать металлолом по 575 баксов. Заберу все. Залезет, не залезет, залезет, не залезет, залезет. Оп! Красота. Заполз. Так, транспортник там меня дожидается. Ой, блядь, как-то было больно. За ебцом. А вот с тобой, пидрил, я еще поговорю. А, то хуйня. Только не веришь, что транспорт выебли. Я там просто решил на горку подняться от греха подальше. А, с ним все в порядке. Фух, закусился, однако. Блять, это какой-то монгольский стритрейсинг. Вот честно. Я ебу того ебальник. Какой-то монгольский стритрейсинг, сука. Воздухан болтается. Прям пиздос как. Так, чё тут по товару? Картошку продают. А металлолом я почем купил? Ну, в Мидгарде я его продам дороже.
Мидгард покупает картошку, малая земля ее продает. Заебись. Хотя стоп. Там по 575 его продам, здесь по 430. Не, профита никакого. Если я сейчас здесь бы продал металл, а закупился бы картохой. Хуйня бы вышла. Поэтому едем дальше. Как-то он вообще кривоебло едет, не? Не находится? Другой радует, что Мидгард уже на носу. Вон, виден. И, соответственно... Ну и, соответственно, хуй кто до нас доебется. Что здесь уже будут стрелять на поражение. Так, квест выполнен. Заебись. Так. Саныч потирает лапки. Так, спектр лучше продам, блядь. 5700. Опа! Два, три. То есть я могу теперь возить по 8 единиц товара. А что насчет кузовов? Генератор. 46. А по кабинам? А, у этого еще слот на морде. А, он еще и зеленый. Ребятки, так это ж охуенно. Так, ну такой вопрос. Я могу закупиться здесь дровами, но куда я их могу продать? Малая земля дров купит. Ништяк. И вместо ебучего Вена выруливает не в рот ебательский молоковоз. 110 идет, во. Заебись. А обратно я могу возить картошку. Ну или если чуть-чуть податься дальше, металл из Римского. 100. А могу я что-то купить на малой земле? То есть картошку и металл я могу там купить? Нет. Я могу там купить картошку. Ну, дрова она покупает дороже.
Поэтому сделаем остановочку там. Посмотрим, на что это ведро способно. По крайней мере, едет эта штука сильно быстрее. Упакован он чуть лучше, чем никак, но у него конструкция 1,5 тонны. Ребятки, я дрова привез. Так, картошкой закупаться смысла не вижу. Теперь закупаемся в римском металлом и везем его. И везем его обратно в Мидгард, перед этим заехав к Бену Дросселю. Я, наверное, все-таки затяну серию, с вашего позволения. Сейчас небольшой эскейп. Подождите пару секунд. 31 минута. Нормально. Заодно и Буденков успеем покрошить. Хуяк. А почему ты едешь по ЖД путям? Потому что я тяну как паровоз. Это отсылочка к старому мему, типа, почему ты едешь по проезжей части? И качок такой, потому что я машина. Так. Закупаемся металлом. Максимум я его закуплю за 301. А почему возьмет Мидгард? 529. Восточный, конечно, дороже бы взял, но мне лень туда ехать. Порту опять же продает только дрова. Волшебная кнопочка F2. И поехали обратно. Все-таки надо попиздеть с Беном. Чего же он такого интересного знает? Чего не знаю я, к примеру. Ох, ебстись. Бойцы повылазили. Бах, 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 бах. О, металлолом начал появляться. Короче, можно только теперь фармить бандюков. О, и еще 400 баксов дали. Да я, оказывается, богатенький. Буратинка. Получается, с помощью сюжетки я достаточно быстро нафармил на молоковоз. Ну, следующим, скорее всего, либо Урал, либо БелАЗ. Я больше склоняюсь к БелАЗу. На молоковозе на него нафармить не такая и проблема. Единственное, что кузовок надо взять немножко другой. Потому что в этом место очень нерационально используется. Вот эти вот 6 слотов мне занять нечем, по сути. Какую-то мелочуху там возить, ну, не улыбается. Так. Металл по 439, здесь по 520. Ладно, все равно в город ехать. Заодно и заценим, что там есть по кузовам для молоковоза. Может, что-то более пиздатое найду.
Одна фара еще жива. Ну, пулеметик у меня теперь крайне бодрый. Продаем 5700. Чем я прикольно. Продвинутый разрушительный ПКТ с азотным охлаждением. Ебать. Да. И, естественно, новых ведер не завозили. Здесь всего два слота оставить неизменными. Генератор, значит. Бокс. У него слот под пушку другой. Темп у меня стоит. Пушка, которая не сможет стрелять назад. Ладно, хуй с ним. Чиниться-то я забыл, конечно. Ну, по хуям, в принципе-то. Как раз вот те самые окольные пути, которыми я ехал изначально. Ебать! Че мочит. Просто адовые отжиги. Опа. Опа. Что-то смутное я припоминал как раз таки, что это и есть хижина Бена. О, а вот это уже крайне интересно. Ну вот что из этого вышло, мы увидим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте, пишите. И до скорого.